Это 4-метровый водопад Марьелахти. Он должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен. Вокруг забор, колючая проволока и круглосуточная охрана. А напротив – беседка для единственного человека, который может украсть водопад. Для президента России. Снимать здесь запрещено, но центр досье получил самое подробное видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях Владимира Путина. Владимир Путин обожает русский север. Его не смущает даже соседство с недружественной Финляндией, на границе с которой всего 30 километров. Это Карелия, залив Марьелахти. Местные жители говорят, что Путин бывает здесь как минимум раз в год. Сначала посещает Валаамский монастырь, а затем направляется сюда, в резиденцию, которую ему больше 10 лет назад начали строить его друзья. В 2016 году про комплекс узнали журналисты, но вблизи эти объекты почти никто не видел. Примерно с 2020 года у Путина появился сосед. Всего в 4 километрах от садового дома построили особняк, баню, ресторан и пирс. Собственник – Роман Абрамович. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться совместным действием. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание! Пуск! Есть пуск! Тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака. Есть БП-26. Есть КП-1. Есть БП-25. До старта 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Есть старт ракеты. Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. We'll be right back.